На лечебную физкультуру только с улыбкой и хорошим настроением. Так и восстановление после болезни идет быстрее. Ольга Колесникова делится. Удивил комплексный подход врачей к лечению. Пациентка обратилась с болью в ноге, а процедуры назначили для восстановления всего организма. Поразило и отсутствие очередей. Мы, когда приходим, нигде никаких очередей. Все точно по графику, по расписанию. Тебя встречают добрым словом, улыбкой, уверенностью в том, что все будет хорошо. Отделение реабилитации и восстановительного лечения в 4-й Самарской городской больнице открыли этим летом. Курсы здесь проходят пациенты с неврологическими заболеваниями, остеохондрозами, артритами, артрозами, после инсультов и травм. Специально для нового отделения на средства больницы отремонтировали несколько кабинетов. Прием ведут врач-терапевт, ортопед-травматолог, невролог, физиотерапевт, инструктор по ЛФК и массажист. Здесь же завершающий этап восстановления смогут проходить люди после эндопротезирования тазобедренного сустава. Отделение сможет принять таких пациентов из 5 районов Самары. Мы открыли палату на 5 коек, которые работают у нас в 2 смены. Организовали штатное расписание. Кроме того, сюда у нас входит целое отделение физиотерапии, массажисты и инструкторы по лечебной физкультуре. На реабилитацию после эндопротезирования требуется 3 недели. Курс восстановительного лечения при неврологии после травм длится 10-12 дней. Для каждого пациента специалисты подбирают индивидуальный план лечения. Уже на 5-6 день наши пациенты отмечают улучшение общего состояния. То есть у них уменьшается головокружение, исчезают практически боли. Потому что в комплексе, помимо с медикаментозным лечением, они получают у нас физиопроцедуры. Врачи выезжают и на дом к пациентам, помогают подняться на ноги после инсультов, а родственникам рассказывают, какую помощь они могут оказать. В следующем году в больнице отремонтируют и кабинеты физиотерапии, а сейчас приводят в порядок фасад. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, события.